1 400 000 000 тенге выделят в этом году на ремонт дорог в Кокшетау. Более 20 улиц областного центра ждет текущий ремонт. Там засыплют ямы, установят бордюры и нанесут разметку. В зоне особого внимания коммунальных служб одна из проблемных – улица Капцевича. На ней сделают тротуар, газоны, установят освещение и посадят пирамидальные тополя. Капцевич, она была такая нашей проблемной дорогой. В этом году мы ее отремонтируем, проблему-то решим. В последующих годах мы уже другие дороги, Мира, Ташенова, проекты у нас имеются. На Ташенова, от Валиханова и до объездной дороги. И улица Мира, готовится сейчас ПСД, разрабатывается. От Абая до Валиханова. На следующий год, да, мы будем подавать бюджетные заявки на ремонт этих улиц, капитальный ремонт этих улиц.